В Барнауле стали известны имена победителей краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года». 40 руководителей алтайских предприятий были отмечены за сокращение травматизма на производстве, развитие корпоративной благотворительности и кадрового потенциала. Это директора крупных предприятий из Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска, Новоалтайска и районов края. Среди критериев оценки – обязательное наличие социального пакета, создание комфортных условий для сотрудников. При уходе работника в отпуск мы выплачиваем 25% средней заработной платы на оздоровление. Те же новогодние подарки, когда человек достигает определенного возраста, там, к юбилею премии выписываем. Победителей наградили вазой и кубком из ревневской яшмы, изготовленной мастерами Колыванского камнерезного завода.